А как тормозить? Как тормозить? Йоу, всем добрый день, с вами Айден, и как я и обещал, на 10 тысяч лайков мы пришли в Ашан, чтобы купить самый дешевый электрический самокат, протестировать его, сказать вам, стоит его покупать или не стоит. И, конечно же, спасибо нашему спонсору, без которого этого видео бы не состоялось. Это компания 1xBet, самый надежный букмекер. Здесь есть широкая линия событий спортивных, которые вы можете ставить. Ну и, конечно же, высокие коэффициенты. Куда же, как говорится, в наше время без них? Так что ссылка еще раз в закрепленном комментарии, а мы начинаем видео. Заходите, ребят, не бойтесь, это все наши ребята. Сегодня вместе с ними будем тестировать тот самый, как вас много сегодня, тестировать тот самокат, который приобретем. И кому-то из ребят сегодня он достанется, каким бы этот самокат ни был. В общем, все, ставьте лайки, давайте пишем комментарии, и мы начинаем ролик. Мы одна команда, ребят, с вами, да? Мы справимся, мы сделаем обзор на этот самокат. Все, работаем. Здесь есть два варианта самоката. Либо вот такой, или вот такой самокат, тоже за 7490, тоже с Петроль. Разница, по-моему, только в коробках. Вот это я вижу запакованный самокат, достаточно тяжелый. Но, наверное, его и возьмем. По коробке мне нравится. То есть это даже можно кому-то подарить. Но мы сегодня, собственно, это и сделаем. Аккумулятор, говорят, хороший. Ну, короче, ладно, все, идем на кассу. Остальные вот эти штучки, кстати, напишите в комментарии, я забыл, как они называются, на которых ногами ездить. Сигвей, спидвей, не помню, короче, ладно, пойдемте. Носки будем брать дополнительные? Приобрели. Я уже первый косяк вижу, который я не прочитал, к сожалению. Это то, что максимальный вес 50 килограмм. Здесь блок питания, кстати, надеюсь, что он заряжен. Кому достанет самокат, в принципе, неплохо собран. Колеса вот такие, они, кстати, не надуваются. Ребятки подсказали, что в комплекте идет ключ с этим чудо техники. Ну и вот, как-то так. Есть кнопка, сюда нужно вставать. И чё? Ну что, наши эксперты, пока мы с вами еще не вкусили скорость, драйв и так далее, попробуем воткнуть его все-таки в розетку. Есть ощущение, что он давно лежал в этой коробке и не заряжался. А будет интересно, если этот самокат работает только от сети, с удлинителем берете и поехали. Ну что, пока мы ждем зарядки, друзья, у нас в гостях Максим, он снова пришел сюда. Это тот участник, что купит школьник на 100 рублей недавнего выпуска. Да, расскажи, как изменилась твоя жизнь после того, как вышло это видео. Ну, во-первых, меня начали узнавать ВКонтакте. Хорошо, спасибо. Вышли на улицу, он, видите, пищит, значит, он работает. Сейчас я попробую сделать первый пробный заезд. Нам нужно оттолкнуться. И вот, ребят, он едет, едет. Вот, вот, ускорение пошло. Вот, это, ребят, все, оно работает. Оно работает. А как тормозить? Как тормозить? Сейчас бы еще газель покупать пришлось. У нас есть ровная полоса, примерно 50 метров. Кто доедет быстрее всех, тот и получает этот самокат. Мы разрешаем сделать максимум 2 отталкивания от земли. Ваня готов? На старт, внимание, марш! Вот газ пошел. И доезжаем. На старт, внимание, марш! Слышу писк, работает. Так, так. Офигеть, ребят, смотрите, она едет. Для веса Вари предназначено это все. Смотрите, она просто не отталкивается. Мы толкаемся, когда он еще какое-то время так еле-еле едет, а потом он начинает разгоняться. Марш, погнали. Так, друзья, едет, едет. Медленно, но верно. Второй тебе можно толчок сделать, конечно, давай. Все, пошло ускорение снова. Внимание, марш, погнали. Слышу, ускорение было. Так, едет. Филипп, на старт. Внимание, марш. Так, все, это же такое было, я не понимаю. 3 раза толчок. Марш, погнали. Так, вот так вот он ускоряет. Так, куда пошел? Вы что, издеваетесь, ребят? 2 толчка максимум, а не 25-2. Хочу пригласить в эту студию второго Максима. Заходи, пожалуйста, второй Максим. Ну что, забираешь этот самокат себе, получается, да? Да. Или у тебя есть сейчас шанс подарить его, кому ты захочешь вот в этом городе. Я оставлю его себе. Оставишь его себе. Ну, это прощаем, конечно. Давайте соберем 10 тысяч лайков, и тогда следующий выпуск будет посвящен велосипед купим или этот гироскутер. Ну, пусть в комментариях люди напишут. Или велосипед, или гироскутер. Я хочу сделать свой финальный прощальный заезд на этом самокате, на замечательной парковке. Ну, слушай, со мной он тоже нормально работает.
Блин, можешь себя оставить, я бы в школу... Ой, я в школе не учусь уже. Очень сложно, газуют подо мной, я вам так скажу. Друзья, ну финальные слова, не покупайте в Ашане такой самокат, если честно, какое-то говно. Максим, поздравляем, пользуйся, удачи. Все, всем пока.